Данное видео было снято в 2017 году и набрало почти 10 миллионов просмотров. После некоторой обработки оно снова доступно для вас. Барби и Кен влюблены в друг друга, но не могут признаться. Также у Барби есть соперница Анджела, она тоже влюблена в Кена. Стив, брат Анджелы, ухаживал за Барби по просьбе Анджелы, но не выдержал и все рассказал Барби, из-за чего Анджела очень разозлилась на своего брата. Что было дальше, смотрите сами. Ой, уже 3 дня дождь идет, даже на улицу не выйти. Ой, смотри, какая игрушечка. Мам, скучно так, может, тетю Терезу позовем? Маша, ты же знаешь, что я поругалась с тетей Терезой. Срочный выпуск новостей. Объявлено штормовое предупреждение. Просьба не выходить из дома. Не нравится все мне это. Медвежонок, иди ужинать, все готово. Сейчас, няня, только отвечу на телефон. Ричард Смит, вы срочно должны приехать в полицейский участок и помочь эвакуировать город. Надвигается большой ураган. О, хорошо, хорошо, я сейчас приеду. Что случилось, Ричард? Тебе надо ехать на работу? Извини, няня, срочно вызвали на работу. Кажется, надвигается большой ураган. Ну и погодка сегодня. Анджела, ты какао будешь? Нет, не буду. И долго ли ты собираешься на меня злиться? Долго. Стив, ты все испортил. Я просил тебя поухаживать за Барби, а ты все испортил. Теперь Кенчик меня не простит. Кого принесло еще в такую погоду? Открывайте, полиция. Нам нужно срочно вас эвакуировать. В городе объявлено чрезвычайное положение. Скорость ветра может достигнуть 50 метров в секунду. Не переживайте, я отвезу вас в безопасное место. Ты слышала? Надо ехать. Куда же я в таком виде? Дайте мне хотя бы собраться. 3 часа. Извините, время на сборы нет. Нужно ехать прямо сейчас. Да простит меня богиня красоты Афродита, что я выхожу на улицу в таком виде. Вонь, где Барби? Нужно срочно ехать. Надвигается большой ураган. Вонь, сражаться с ураган. Вонь, ураган — это сильный ветер. Ты его не победишь. А, ураган. Барби. Кен, ты дома? Да, я здесь. Твой дом выбрали как самое безопасное место, поэтому я вынужден разместить здесь людей. А много этих людей? Сейчас увидишь. Ребята, заходите. Сама судьба привела меня к Кенчику. Ух ты, сколько вас. А где Барби? Барби? Она вроде шла за мной. Мама, где? Да здесь, я здесь, грозу смотрела. Барби, так нельзя делать, ты не должна была отставать от всех. Всем привет. Стервелла, что ты здесь делаешь? Твой район вроде эвакуировали в школу. Пока вы будете тут в роскошном доме отдыхать, я что, буду в школе зоопарта сидеть? Размечтались. Раз мы здесь все застряли, давайте поиграем в домино. Я не буду играть в домино с Терезой и Стивом, и Анджелой. Я тоже не буду играть в домино со Стивом. А что такое домино? Играйте сами, я пойду пофоткаюсь в таком шикарном доме. Ричард, расскажи, в чем дело. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Как только погода наладится, все пойдут по домам. Это отличный шанс пригласить Барби на свидание. Фу, нужно набраться смелости. Барби? Да, Кен. Можно с тобой поговорить? Только наедине. Хорошо, давай, пойдем наверх. Пойду лучше телек посмотрю. Я тоже пойду посмотрю какую-нибудь киношечку. Не знаю, как все остальные, но я не собираюсь тратить свое золотое время, сидя в этом доме. Я ухожу. Пропустите. Я не могу вас выпустить, я отвечаю за вашу безопасность. Ой, ну почему? Фоточка на лестнице. Фоточка у камина. Фоточка в лифте. Фоточка на кухне.
Ой, кто-то мешает фоткаться. Эй, можешь подвинуться? Да-да, подвинуться. Я не поняла. Ты китайская палочка. Фэншуй. Джеки Чан, или как там тебя? Подвинься. Ее зовут Вонь. Мне вообще без разницы. Стервелла такая козявка. Козявка. Даша, хватит повторять плохие слова. Включи какую-нибудь мелодраму. Я хочу посмотреть боевик. Ты опять хочешь все испортить? Ладно, я пойду лучше воздухом подышу. Давай-давай, иди дыши чем хочешь. Подожди, Стив, там же ураган, куда ты собрался? Ой, мамочки, Стив, держись, пожалуйста, держись. Анжела, помоги мне. Я долго не удержусь здесь. Я позову на помощь. Магите, кто-то быстрее! Помогите. Я хотел у тебя спросить. Да, Кен, я тебя слушаю. Дело в том, что... И, да. Помогите, Стив, на балконе, его сейчас унесет ветром. О мой бог, быстрее. Боже мой, скорее бежим. Стервелла, пойдем Стиву поможем. А он не подождет, я еще фоточку Вани не сделала. Стив, держись. Кажется, меня уносит. Помогите. Барби, нет. Ой, по-моему, Барби сдула. Барби, помогите. Барби со мной. Барби, ты как? Пока держусь, Стив. Я долго не смогу держать. Помогите, Кен, помоги. Стив, ты должен подать мне руку. Давай, дружище, мы почти сделали это. Я не могу подняться с вами. Барби, ты главное держись. Стиви, ты как, в порядке? Барби! Я падаю, я больше не могу держаться. Я тебя держу. Прощай, Кен, я тебя люблю. Нет! Ох. Нет! Как же здесь все-таки скучно. Барби! Тихо, успокойся. Барби! Я буду с тобой рядом всегда. Барби! Все, тихо. Анжела, проснись. Твоя мелодрама уже закончилась. Что? Ой, так это был всего лишь сон. О чем ты? Я пойду воздухом подышу. И он сбывается. Нет, Стив, не ходи туда. Стив! Стив, держись, я позову на помощь, Стив! Смотри, Анжела. Стив, ты тут? Ветер стих. Это получается, что Барби никуда не улетит. Ой, они с Кеном наверху. Кен, Барби, а что это вы тут делаете? Анжела, ты что-то хотела? Да, хотела. Анжела, мы уже поговорили, так что я ухожу. Ой, смотрите, кажется, солнышко появилось. Значит, завтра как раз будет хорошая погода, как нам надо. О чем-то они говорят. Надеюсь, Кичу не пугался Барби на свидание. Нет, я сейчас умру от любопытства. Кто есть кто? Барби – очаровательная девушка, мать двоих детей. Кен – актер, бывший жених Барби. Анжела – коллега Кена, также влюблена в него. Стив – брат Анжелы. Маша – ребенок Барби и Кена. Даша – приемная дочь Барби. Ричард – друг Барби, полицейский. Няня – жена Ричарда и бывшая няня Маши. Вонь – няня Маш и Даши в настоящее время. Приехала из Китая. Тереза – лучшая подруга Барби. Стервелла – когда-то была влюблена в Ричарда. Эфи Карловна – директор школы, подруга Анжелы. –